начинаем с вами новый учебный год. Он особенно важен для нас, но об этом чуть позже. А сейчас я хочу обратиться к тем, для кого этот год важная точка в жизни. Это вы, наши первоклассники. И мы желаем вам, чтобы огонек, искорка и желание к знаниям никогда не угасли у вас за эти 11 лет. Это вы, наши пятиклассники. И мы очень верим в то, что вы справитесь с новым этапом вашей школьной жизни. Это вы, наши девятиклассники. И мы возлагаем на вас очень большие надежды. И это вы, наши любимые одиннадцатиклассники, наш дорогой выпускной класс. Мы верим, что вы своими результатами на экзаменах подтвердите качество образования в нашей школе. Вот и закончилось календарное лето. Для школьников осень – особая пора, а 1 сентября – важный и волнительный день. Череду праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, открыл лицей номер 1. Поздравить детей со знаменательным праздником пришел мэр города Юрий Гришан. Как пройдут школьные годы, зависит от этих замечательных людей, которые за моей спиной, это учителя, которые сегодня приняли первый класс. Кстати говоря, больше, чем первая школа, не приняла ни одна школа. 102 ребенка идет в 4 первых класса в школе номер 1. Один выпускной класс, это говорит о том, что требования к знаниям, переводу из класса в класс, самое главное, перейти на третью ступень дорогого стоит в этой школе, поэтому вот они, самые лучшие, и не только в школе номер 1, но и в городе Магадане. Я ежегодно вручаю золотые медали ребятам, которые заслужили их особыми успехами в учебе, и среди номинантов золотой медали очень много выпускников именно школы номер 1. В этом году учебное заведение распахнуло свои двери для сотни первоклассников. Песни, стихи, поздравления и напутствия. Таким запомнится этот день для ребят, которые впервые сели за парты лицея. К слову, всего в этом году в Магадане будет около 11 тысяч учащихся, и более 1000 из них – первоклассники. Добрый час!